Я Ярослав. Привет. Первым делом заберу багаж свой. Ну, вообще не знаю, честно. Я не знаю, что я буду делать. Ходить вот так. Страна другая, китайцы, море китайцев. Я думаю, я буду учить китайский. Первое время. Китайский — это не европейские языки, это что-то особенное, новое. Но я пытался уже. Довольно легко. 10 иероглифов. Почему я выбрал эту страну? Когда я учил китайский, я листал ленту ВКонтакте и увидел объявление о поступлении в Китай. Решил, почему нет, потому что московский вуз был не против, ну это было просто как бы стандартно, а тут что-то особенное, я решил попробовать.